Рыбакит папа рисует. Привет, ребята. Привет. С нами Катя. И Ваня. И мы рисуем Крабса. Мистер Крабса. Он владелец пароходов, океанов и всего остального. Самое главное, у него есть Крабсбургер. Да, Крабсбургер. Он владеет закусочным. Краба рисовать. А потом мы еще запишем планктона. Планктона легко рисовать. Ну что, он такой маленький. Да, мы можем вот здесь нарисовать. Давай рисовать Крабсбургера этого. Толстого краба. Но будем его рисовать в упрощенном виде, потому что, чтобы проще было. Нарисуем сначала вот такую вот фигню, как я рисую, так и показываю. Вот так вот. Вот так вот. Вот такую. Это домик. Да, ты посмотри, какой это сделал я. Посмотри, какая петля. И попробуй повторить вот отсюда. Вот если вверх будет, закругленная она. И вот так вот все. Это его тело будет. Мы упростим. Да. И здесь закругленная, вот сюда, да. Это его тело. Теперь пририсуем ему глаза. Ого. Ну, такие глаза. Вот, вот. Это как уши кролика. Похож на. Краб похож на кролика, да? Нос. Это как сосиска. Да. Нарисовала нос, Катя, теперь рот. Хороший получился. Мы упрощаем рисунок, чтобы было легче нарисовать. Смотри, вот такой. Да, теперь рубашку с таким вырезом. Вот тут вырез, не забудь вырез. Да, и теперь наверх, да. О, отлично. Теперь здесь пририсуем один рукав, а здесь второй рукав. Прямо так просто прямоугольничком. И здесь рукав. Да, вот как раз. Ну да. У меня сверху будет. Да. Теперь здесь нарисуем, что мы. А, штаны нарисуем. Штаны вот так. Штаны. Да. Здесь нарисуем бляху. Бляху. Бляха. От ремня бляха. Я дальше знаю, что. Еще штанишки пририсуем. А дальше я могу уже сама. Что? Дальше уже будет надо рисовать полосочки. Да, ну сначала еще мы эти клешни. Угу. Нарисуем одну клешню. Сначала клешню сама. Уже потом... сразу похож на мистер Крабса. Похож, да, потому что просто. А давай тут сразу вот нарисуем. Давай, что? Ну и мешок. А, давай и мешок. Или мешок, он толстенький, вот так надо рисовать. Да, такой. Еще прямоугольник. Прямоугольник. Да, вот такие прямоугольнички. Получается ремешок. И еще ширинку. Пью-ю. Такую маленькую точку. Да, ширинка. Все, теперь мы нарисовали. А, ты все нарисовал. Угу. Теперь давай так. Клешни краба нашего краба. Мистера. Ну, можно сначала руки. Вот так вот нарисуем. Да. Вот так вот полукруг такой. Вот раз. Да, такой вот смотри, вот отсюда. Такой большой, так вот такой круг и почти заверши. Завершение, да. И здесь теперь рисую так. Вот так между ними такой. Это клешня, да. А здесь просто завершим вот так вот. Пририсуем их. Тут? Да, и к этому, к рукаву. К рукаву прям иди. И вот сюда к рукаву, да. И еще к рукаву. И получается. А теперь здесь то же самое. Вот так. Вот так вот. Раз. Тут? Да. Прям большую такую клешню. Во-во-во, отлично. И не зайду вот так. И здесь тоже. Вот клешня. И здесь просто пририсовываешь такие палочки. Во, отлично. Мы все нарисовали, кроме ножек его. Маленькие ножки. И теперь мы можем раскрашивать. Смотри, как мы быстро начали все делать, потому что мы упростили момент. Берем красный цвет. Не боимся. И все это ровным слоем раскрашиваем. Во, какой красный будет. Во, как... как помидор. Ты расскажи что-нибудь про него. Ну, он работает в Крабсбургере, я это знаю. Не работает там. Он владелец этого кафе, ресторана, забегаловки, я так понял. Угу. У него есть дочка, я знаю. Да. И она такая очень необычная, да? Только я не знаю, кто его дочка. Кто его дочь? Кстати, мистер Крабс это все-таки краб. Мистер Краб, да, краб.
Крабс. Ну, он так и называется, мистер Крабс. Крабс. И он назвал свой ресторан тоже мистер Крабс. Краб, да? Нет, он назвал Красти Краб. А, Красти Краб, точно. Ну, а крабсбургер это то блюдо, которое дают. Голубая рубашка у него. В общем, он такой бизнесмен. Любит работать, запрягает всех, чтобы работали, я понимаю, да? Угу. Тебе нравится работать, Катя? Нет. А почему? Потому что все время надо кого-нибудь обслуживать. Я знаю, есть игры такие. Про Спанч-Боба. Ты наверняка играла в игры про Спанч-Боба? Нет. В одной игре нет. У меня была такая игра. И там надо обслуживать, делать, чтобы Спанч-Боб быстро в Крабсе делал эти крабсбургеры. Все да. Бросал и еще обслуживал. Там принес, отнес. Или ему Сквидвард помогает его отнести, принести. Ну, в общем, это очень долго. И я играл, это такая, такая интересная игра в начале, а потом уже думаю, блин, это скучно. Действительно. А ты работу найди веселую, чтобы она была занятная, интересная и не скучная. Да, все здесь голубым. Сейчас и тогда тебе будет веселей работать, как ты думаешь? Если ты найдешь какую-нибудь работу, которая не такая скучная. Ну, к примеру, вот если ты работала, с кем ты могла бы работать? С Викой. Как? С Викой. С Викой? Да. Ну а кем с Викой? Как крабсбургер. Работать в крабсбургере? Да. Официантом? Да, я бы официантом. Я думаю, ты справилась. Ну что? Я что-то не хочу коричневым сделать. Сделай. Я думаю, ты справилась бы. Я бы была официантом. Это самая легкая профессия. Ну не скажи, там надо очень четко носить эти... вот это блюдо носить, чтобы не упало, там вот это вот глаза раскрасить. И это очень трудно, мне кажется. Я бы, например, не смог официантом работать. Почему? Ну, я бы уронил какую-нибудь чашку, она бы разбилась, или там забыл кому-нибудь что-нибудь принести, знаешь, заказали бы бургер, а я бы принес картошку фри. Они сказали, зачем ты нам принес картошку фри, мы хотим бургер. Мне кажется, что крабсбургер, да еще немножко русский. А я тут песочек сделаю. Песочек. Пузырики. Как и пузырики, да. Пузырики голубые. Как всегда, они очень большие. У тебя большие пузыри, да? А у меня маленькие пузыри. И песочек. Ну что, мистер... Крабс готов. Мистер Крабс. Можно Крабс. Еще подписать Крабс. Ну мы не будем подписывать, мы просто скажем. Ребята... Рисуйте вместе с нами. Мы нарисовали 4 героев и будем рисовать из других. А потом мы еще будем рисовать Гэри, там еще дочку Крабса. Рыба-кит, папа рисует. Подписывайся на канал, жди следующих выпусков и рисуй с нами.